признался, что отвлекся во время поездки. В Кирове завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП на улице Производственной. Авария произошла 27 апреля. Автобус 38-го маршрута на скорости врезался в бетонный столб. Удар был такой силы, что поручни вырвало, стекла разбились. Пассажиры не удержались и упали. В салоне видны следы крови. Кадрами поделились в МВД по Кировской области. В этой аварии пострадал водитель и 28 пассажиров. Двое из них получили тяжкий вред здоровью. Водителю 57-го года рождения предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Вину в случившемся мужчина признал и пояснил, что отвлекся от управления во время поездки. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.